Я куплю AirPods. Я куплю новый MacBook. Только заставьте перестать страдать мою дочь от некачественной техники. Здравствуйте, это дядя Вова. С людьми и о людях, которые, по нашему субъективному мнению, делают жизнь лучше. За месяц печень исцелив, я принимаю липолив. Черт побери! Он забрал моего солдатика. Не представляю, как он мог так со мной поступить. Я к кому только не обращался. К брату, к маме, к бабушке. А ему все нипочем. Я надеюсь, что он когда-нибудь образумится и сам отдаст. Здравствуйте. Продолжаем серию небольших виртуальных уроков по актерскому мастерству от театральной студии «Игра». Уже не секрет, что на этапе обучения, для того, чтобы материал, с которым вы работаете, текстовый материал, был вам максимально близок и понятен, мы используем зачастую факты из собственной биографии. Изучив рынок, я нашел несколько компаний. Бросил проектные расчеты, изучил отзывы. Оказалось, что многие компании делают что-то одно. Например, стеклянное ограждение нам бы пришлось заказывать у другого подрядчика. Но это не совсем удобно. Это существенно повлияло на посещаемость. Так что хотелось бы сказать спасибо тем, кто нам помог пролицензироваться.